Магнитогорцам предлагают пройти очередной опрос. В городе вновь перекроют движение. У молодых и талантливых есть шанс получить губернаторскую стипендию. Обо всем подробнее расскажем в рубрике «Городовое слово» Миладии Волиной. Внимание, автомобилисты! В городе продолжается ремонт дорог. В связи с этим движение закроют на неделю по улице Маяковского. Проехать не получится по южной стороне улицы Маяковского на участке от Кирова до проспекта Пушкина. Дорогу перекроют по 11 августа. Водители просят заранее планировать свой маршрут. А ты готов смотреть каналы в новом формате? В Челябинской области стартовал опрос о переходе на цифровое телевидение. Жители предлагают ответить на 9 вопросов. Респондентам предлагают рассказать, сколько каналов есть на домашнем телевизоре и что известно о цифровой приставке. Напомню, отключение аналогового вещания в Челябинской области произойдет 14 октября. На сегодня уже более 98% южноуральцев подключились к цифре. Опрос можно пройти на портале «Активный житель 74». Для молодых и талантливых открыт прием заявок на соискание ежегодной стипендии губернатора. Награды получат 53 человека. Сейчас проходит муниципальный этап. Всего предложено 7 номинаций. Среди них художественное творчество, любительский спорт, общественная деятельность и другие. Участникам необходимо подать заявку до 15 сентября. Документы принимает служба внешних связей и молодежной политики администрации города. Награждение пройдет в декабре. Размер стипендии составляет около 30 тысяч рублей. Милада Ивольна, Александр Моргунов, информационная служба, медиагруппа «Знак».